Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться обзором вот такой замечательной фигурки Человек-паук. Я не знаю просто, как его показать. Очень неудобно из-за того, что здесь у меня вставлены шпажки, которые будут в тортике. Вот такой он висящий, зависший, не подсохший. Вот такой вот интересный Человечек-паучок будет украшать мой тортик. Скоро вы с ним увидите торт на канале. Для тех, кто, возможно, попал на канал впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как платные, так и бесплатные уроки. Но платные уроки проходят в закрытом режиме. Все они продаются, и вы их, конечно же, можете приобрести. Для этого вам нужно всего лишь написать в любую соцсеть под видео, после чего я дам вам реквизиты, и после оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать о том, что через какое-то время ваша ссылка будет неактивная. Вы покупаете урок один раз и пользуетесь им ровно столько, сколько вам необходимо. Вот такой паучок у вас получится, если вы купите урок. Надеюсь, что данный обзор вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока!